Министры финансов стран зоны евро настроены категорично. Европейские банки, держатели греческих государственных облигаций, должны пойти на новые жертвы. Чтобы избежать дефолта Греции, им придется списать значительную часть греческих долгов. Речь, по мнению аналитиков, идет о 50-60%. Цель – снизить госдолг Греции со 162 до 120% ВВП. Говорит глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Мы намерены провести переговоры с представителями частного сектора. Прямо сейчас нет смысла говорить о поставленных целях, но каждый знает, что речь идет о 50-60%. Накануне министры финансов стран еврозоны утвердили выделение Греции 6-го транша финансовой помощи объемом 8 миллиардов евро. Очередная порция кредитной помощи стала возможна после того, как парламент Греции принял в минувший четверг закон о новых жестких мерах экономии, что приведет к среднему сокращению доходов работников на 25%. Переговоры в рамках саммита продолжаются. Груз проблем, которые несут на своих плечах европейские министры финансов, в особенности стран зоны евро, крайне тяжелый. Каждый вопрос рождает дискуссии, но с первыми трудностями справиться удалось.